Попробуем. Тина, не пробуй. Всем здравствуйте. Сегодня у нас 17.08.2018 год. Эфир, к сожалению, по параллели не удался. Мы с вами прогуляемся именно с видео. Будем гулять не одни. У нас в гостях Германия. Здравствуйте. Может, кто-то помнит, в прошлом году были с нами. Представляй себя. Я сам буду держать. Хорошо. Как зовут тебя? Евгений. Точно? Ну да. Я вообще. Имя не поменял. Знаем у вас из Германии. Имя не поменял. И кто с тобой, представь тоже? Моя супруга Лидия и мой сын Макс. Максим, я такой. Ну и Светлана кушает мороженое. Как тебе мороженое? Вкусное, я же сама собирала. Отлично. Все, пойдем. Потихонечку отдыхает Евгений вот здесь, получается, в Кристине. А сюда их Джаник поселил. Дешевле, чем остальные отдыхаешь, по-честному, или дороже? Ну, наверное, дешевле чуть-чуть, да. Есть, значит, все-таки. Да, ну мы номер люксом брали, все дела. Ну, ништяк, нам понравилось. Все, то есть не разочаровали тебя, это самое главное. Ни в коем случае, ну. Так, и мы потихонечку двигаемся туда, в сторону Паралии. Будем смотреть по сторонам и позадаем вопросы. Ты у нас как бы вообще в будущем как бы на переезд, но интересно вот именно как отдых тебе в этом году. Сколько дней уже здесь у нас? Уже где-то больше 10 дней, где-то 12 дней, по-моему, да. Ну вот и как тебе вот именно отдыхать в Витязево? В прошлом году ты снимал квартиру в Анапе, да, насколько я помню? Да, теперь в Витязево. И вот разница в отдыхе чувствуется. Вот ты живешь практически в центре, тут недалеко Паралия, море, в принципе, песчаные пляжи. Как? Честно говоря, море больше понравилось там на Каменистом. Ага, высокий что? Берег, потому что там почище, мне кажется, поменьше народу. Не поверишь, детей. В этом году там народу тоже достаточно, да? Да. Просто в этом году никто не ожидал, что так крутанем Анапу, что сюда приедет столько людей. Я сам в шоке. Я впервые же говорю, увидел людей, которые стоят, загорают на пляже. Причем это уже в порядке вещей, стоят себе и загорают. Да, да. Ну а так вообще мы как бы с сестрой, да, я с троюродной, она с семьей, с двумя детьми. Естественно, мы выбрали Витязево больше из-за детей, да, как бы. Вот. Ну, не знаю, отпуск в этом году удался нам по полной. И в столовой кушали, не знаю, как там называется. Нам все понравилось, не очень дорого. Сколько у вас вот в среднем на еду, допустим, на всякие вкусняшки, ну, вот что-то дополнительно, ну, как вообще вот на пищевые, так сказать, расходы входит без алкоголя? Без алкоголя. Есть у тебя уже, а я ничего кроме алкоголя не ел, да? Ну ты сказал. Не, ну мы в столовой, допустим, питались, да, утром и как бы после обеда. Вот, и где-то, допустим, на трех человек у нас уходило, ну, может, чуть-чуть больше 1000 рублей. Это за один прием пищи или за два? Не, за два. За два приема, да, пищи, за сутки. То есть чуть больше 1000 рублей. Ну. Вечером шашлык, машлык кушаете там? Ну, иногда, редко, там, слышишь? Потому что в этой столовой даже есть шашлык, да? Ага. И он тоже, в принципе, ну, как приемлемый, все. Кушать можно? По цене, да, и очень вкусный. Это хорошо, раз так, да, в принципе? Не, вообще недорого, я, честно говоря, ну, чуть-чуть больше 1000, да, как бы вышло. Вот. А так, где-то в кафе, допустим, сидели, ну, мы в Анапу, допустим, ездили, да, ага. Там посидели в кафе, ну, там чуть, конечно, ну, дороговато, но стоит этого. Еще посмотрим. Смотрите, сколько деток на Паралии прогулки. Сейчас у нас время 9, уже где-то 50. Ой, да, 9.50, да, подходит? 9.55, и люди потихонечку расходятся. Это уже не то, как раньше, там люди до 2 часов ночи ползают. Буквально в 11 часов становится уже пусто. То есть все по своим гостевым домам, и просто возле каждого гостевого дома, в том числе, как возле вашего, да, есть какая-то кафешечка, в которой можно посидеть, так сказать, недалеко. Народу, кстати, очень много. Там тоже вкусно готовят. Вы там живая музыка, тоже, да? Да, кушали там, шашлык тоже брали, там картошечка, все дела. Ну, нормально. И по ценам тоже вполне приемлемо. Не знаю, мне Витязево в этом году вообще понравилось. Все равно раньше как бы парк был в той, да, стороне. А, да, да. А сейчас все это понастроили здесь, и народу много. Развлечений стало, ну, очень намного больше, да. Вот посмотрите, допустим, аэрохоккей, все столы заняты, ни одного пустого.
можно просто залипать, как люди играют в аэрохоккей. И обратите внимание просто количество людей, которые прогуливаются здесь по весь зал. Пойдем, зайдем в парк, посмотрим. Что тут интересного? В прошлый раз я тоже заходил. А что именно, может, интересное посетили, что-то увидели в этом году? Ездили, кстати, вот на Витязева, на Тартугу куда-нибудь, на пляж туда? Не, никуда так не ездили. Все везде, все время тут отдыхали. Как бы мне... Я с троюродной сестрой, наверное, больше 15 лет не виделся, да? И как бы нам... Мы первый раз отдыхали вместе. Вот, и нам больше... Общение, да. Общение, да, такое. Очень понравилось вместе отдыхать. Катался где-нибудь на аттракционах? Здесь и все, а вот сюда. Я, честно говоря, не такой. Поробимся, залягуша ясна. Ну это жесть какая-то. Это взрыв. Ты сам катался? Ну я бы на эту что-то пока вот как-то не возбуждает так желание пойти сесть. Ну я тоже. Как-то слишком сильно она по-разному крутится. Это в большом парке там тоже есть. Мы сейчас вас тоже ждем. Ждут вас до самой большой гнезда. Давай-ка, скажите. Так, здесь прохода нету, получается, на обратно туда возвращаться. Пойдем. Вот все там, общение идет. Людей, в принципе, достаточно, да? Вот сезон, как бы изначально все говорили, будет провальный из-за открытия моста, по-моему. Я спрашиваю, Юра, вот скажи, как отразилось открытие моста крымского на количество людей Витязева? Больше стало? Я скажу так. Там полно людей, но здесь тоже не меньше. Мне кажется, в этом году тоже очень много людей. Очень много людей. Мне все показал июнь. Я в июне столько людей не видел, сколько в августе в прошлом году было. Нет, точнее, в июне в этом году было людей больше, чем в августе в прошлом году. То есть сам пик сезона. Сейчас, конечно, все идет уже по накату, более-менее одинаково, но тогда я был как бы вот в июне шокирован. Идешь по пляжу, а там люди. И в этом году, знаете, вот как раньше, уходишь в сторону где-то, и совсем нет людей, были такие разрывы места. В этом году таких мест нет уже, как бы. Ну, если они встречаются, то крайне редко. И то там, может, какое-то исключение из правил больше, чем как само правило. На самом деле, в принципе, для курорта это хорошо. Видим, кстати, здесь вот мусорки появились. Той же самой фирмы, которые стоят там. Ну, просто не зря мы там жалобы пишем. Изменения есть, и это очень хорошо, что как бы меняется именно в позитивном ключе. Что... Ну вот идешь, да, то есть уже ты не думаешь о том, что бросить здесь фантик. Ну даже видно, да, по газонам все чистенько. Да, вытоптано, но чистенько. Вот поэтому, если бы, конечно, было бы мусора, люди бы кидали мусор еще больше бы, да, туда. А если уже чисто, ну, люди стараются. Вот я не знаю, я сам там иногда раз там иду, этот мусор держу, куда выкинуть. И подхожу к любому, допустим, ларьку, да, где есть мусорка, кидаю, и никто слова не говорит. Вот это большой тоже плюс. Раньше кинешь, чего сюда кидаете, да. Это не мое. В этом году более крутой. Вот смотрите, еще одно. Все пустые стоят. Вот, без проблем. И на пляже, кстати, очень часто меняют. Там, ну, там, конечно, насчет сигарет. Это вообще можно отдельную тематику рассказывать о том, что люди просто тушат бычки в пляж. Так, а где мы потеряли наши? А, вот, все, двигается потихонечку. Давайте чуть подождем, посмотрим пока по сторонам. Как тут прыгают детки. И полетел. Вот мы были в Тики-Так, в GMT. Вот хотел бы тоже, да, вот как бы так. Чуть-чуть там спор зашел насчет сигарет. Поставили курилку, да, в Тики-Так, где очень много детей собираются, стоят в очереди. Прям там курилка, и да? И там прямо этот курилка, да. И там человек 20-30 курят. Дети стоят в очереди, это все нюхают. Почему нельзя эту курилку перенести, допустим, ну куда-нибудь там есть углы такие, где там нету детей? Ну хотя бы, да, взрослые, да. Но не дети. Вот в том году мы приезжали, она там же стоит, да? Ну почему не? Вот, ну... ну вот это уже как бы огромный минус аквапарков, то что не думают о том, что дети стоят и душат никотином. И чуть-чуть. Да, сколько, поспорили. Просто смотри, сколько людей. Просто.
каждый столик. Рассказывай, что поспорили? Поспорили с этими, которые там охранники стоят. И мы же не можем под каждого там подстраивать. Ну а почему нельзя? Под детей надо подстраивать. Да, под детей. Уже именно. Еще раз, взрослые могут как-то перетерпеть, там как-то справиться, да? А вот дети вот стоят в очереди, тем более на аттракцион, да? И вдыхают, так сказать, с аттракционом. Сам не был там? Я в Тики-Таки был давным-давно. Я, честно, ни на одной горке не прокатился, я плавал чисто. Народу море, вот честно говорю, море. Мы еще, знаешь, выбрали день, понедельник. Ага. Думали, в воскресенье все уедут, понедельник будет свободно. Какой там по 50 человек детей приходят каждый час. Пены, дискотеки там, ну, я все понял, забито что? Полностью. Ну, вот насчет курилочки чуть-чуть. Надо там им как-то менять. Я, в принципе, согласен. Это можно отдельно, если хочешь, вот, подготовься, мы с тобой запишем отзыв об аквапарке Тики-Так, чтобы услышали. Да, просто. Мне, честно говоря, это не понравилось, потому что у моей сестры, да, у нее ребенок 5 лет, да, девочки, ага. Ну, а другому 11. И вот мы с ней стоим, ждем очередь, и тут курят это, вот этот весь запах весь идет туда, и там не проветривается еще ничего. Как бы огромный минус. Курильщикам вот какие претензии? Они курят в том месте, где отвел его аквапарк. А к ним претензий нету. Я говорю, сам бы аквапарк перенес бы курилку чуть-чуть в другую сторону, где там людей нету. И вообще проблем бы не было, да? Так, мы тебя подошли как парку аттракционов Византия. Здесь людей, в принципе, тоже достаточно, мы видим. Но мне кажется, все-таки в том парке может быть было побольше, нет? Ну да, детей много. Что, на каждом аттракционе кто-то есть, что-то покупает, потому что такая именно парк жизни идет во все. Витязь его живет. На самом деле очень приятно. А приятнее вдвоем. Да, Юрий, да. Здравствуйте, а здоровский. Да. Подписан на ваш канал с Волгограда. Как зовут? Александр. Александр, где отдыхаете у нас, рассказывайте? В Горького живем, улица. Ну, адрес какой, более точно. 57, если не ошибаюсь. Только 57. Да. Как называется? А там так. Там просто, да. Частный сектор. Да. Все цена. Нравится третий раз здесь. Цена. 350 человека. Недорого. Бассейн. Отсутствует. То есть. Я понял, где вы живете. Это вот между, получается, проход домами сюда. Вот пятиэтажка, вы там, да. Кажется, жили. Живу. Живете, да. Я знаю, где вы живете. Я знаю, где я к вам. Вот. То есть нравится здесь, все хорошо. Море, правда, грязное в этом году. А вы ходите на чистый пляж и просыпайтесь пораньше. Блин, ходили на все везде. Вот сегодня с утра, смотри, в 6 утра. Кристально чистое море. 6 утра вы тоже. Это отдых, это не на работу же, правильно? Так ты пошел, искупался, весь день лежи, потом отдыхай. Я понимаю, вы приходите, как выспавшиеся уже. Да. Ну, к этому времени уже все, кто рано пришли, сбаламутили воду. Вот, ну, вероятно. А так все хорошо, отличный парк аттракционов, то есть. Может, кому-то привет хотите передать? Волгограду кому я могу передать привет? Городу героев. От души. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Вам всего доброго. До свидания. Да, вот двигаемся дальше потихонечку. Волгограду я тоже привет передаю. А здесь где-нибудь ходили по аттракционам, вот по паркам или нет? На чертово колесо, может, съездил на самое большое Тербанате, не? Позавчера были. Были? Да, ты прокатились на нем? Очень. И как тебе? Понравилось? Очень даже понравилось. Это хорошо, ну, что такие шикарные происходит. Виды. А вчера ходили на пляж вечером поздно, и отсюда вообще так шикарно видно его. Колесо, она, особенно когда воздух хороший, то есть пробегает. Ну, вот я не знаю, оно самое большое, наверное, на побережье, да? Говорят, где-то есть... А нет, на побережье, да, самое большое. Есть где-то одно еще больше в России, где я, честно, запамятовал. Что-то прям Наруто-ру. Так, вот этот аттракциончик, мы со Светланой на нем как-то катались в прошлом году. Тоже... Прикольный. Ездил? Такой молот, да. Как? Ну, я честно, я как бы не боюсь особо высоты, поэтому мне не особо страшно было. А так вообще дух захватывает. Там главное, если вдруг позывы рвотные будут, не блевать на соседа. Потому что если там, знаешь, вылетаешь, да, как раз цепная реакция начнется, то есть у одного, второго, третьего, там просто может блевотца этот. И вот так вот полетели. Сейчас посмотрим. Они прямо над нами летают. Если упадет, то нам хана.
Ну да. Одни ноги торчат. Там как бы так вот саживает, видите, оно пошло. Вау. А в том году тоже, да, было? Да, конечно. Вот так вот. Вот такие крики. Так, ладно, пошли, пошли. Даже смотреть страшно, да? Я посмотрел, даже голова закружилась. Ну и мы потихонечку проходим уже далее из парка Византии. Куда мы идем? На параллель. 50 тысяч подписчиков. 51 уже. Да. Пока ты там спишь, на нас подписываются. Да, да, потихонечку растем. А в том году сколько было? Там и 10, по-моему, было. Ну, около 12 где-то было. Да? Так, да, в таком. Честно, не помню. Первый раз виделись, даже 10 не было. Да, там, да, я даже не думал, что такие цифры возможны. Да и в этом году я мечтал о 30, а уже 51. Мне кажется, большой плюс то, что много обращаешь внимание на, как местный житель, на вот эти вот все, допустим, насчет мусора, да, насчет пляжей, когда там дикарями приезжаешь, шашлыки делать, уехали, все, забросили там. Ну, хочется, знаешь, чтобы люди приезжали, отдыхали, но отдыхали культурно. Хотя бы как минимум за собой убирали, это было бы большим плюсом. Может быть, когда-нибудь добьемся этого. Как станет 100 тысяч подписчиков, будем делать рекламу тем, кто приезжает и не убирает за собой, причем такую очень сильно. Так, с этой стороны Витязева. Одна буква не горит. Витязева не призывает выходить туда. Пойдем еще в параллель покажем. Здесь с правой стороны у нас полицейский участок. Теперь у нас он такой красивый, временный тут стоит. И здесь смотрим. Баралия. Ну что, здравствуй, место. Самое центровое Витязева. И мы с вами сейчас пойдем прогуляемся, посмотрим по сторонам, как там и что там.